Всем привет! Сегодня хотим порекомендовать вам канал «Ауеть». Это канал про крутые мотоциклы, катера, яхты, сочных девушек, экстремальный спорт и тусовки. Давайте поддержим ребят. Ссылка на их канал будет в описании под этим роликом. Вот маленькое превью. Усы упали. И вот он, второй день после свадьбы, друзья. Всем привет, доброе утро. Мы с нашими друзьями из Екатеринбурга, Пашка, Катька, идем в наш любимый скай-трип. Они ни разу не прыгали, поэтому будет сегодня классно. Первый раз они сейчас встанут, а вот тут начнут прыгать. Катюха орёт, блин, там так прикольно. Чё, нравится? Попробуйте от стенки отпрыгнуть. Просто вот от стены. Да, попробуй. Мне лучше. Катюха попробовал. О, даже Настюха с первого раза смогла. Оп! Кстати, смотри. Нифига! Настя училась, знаешь, как долго даже вот так вот прыгать? Ты с первого раза прям. Ой. Давай, давай. Я уже устала. Ну, пойдет. Для первого раза это было шикарно, Павел. Настюха. Настюха, давай сходу. Ну, у тебя еще и полубоком получилось, вообще крутая. Давай вторую попытку сходу. Не торопись, повыше. О, упрыгались уже в усмерть, ребята. Все потные. Что, как вам, нравится? Ну, для детишек пойдет. Тебе не нравится? Мне, я вообще в восторге. Катя нравится. Ребята, спасибо, что привели вас сюда. Пойдем. Сейчас попробуйте ходить по этой. Это слишком сложно, я бы так сказал. Ну, это, знаешь... Для взрослых это очень сложно. Это развивает все равно вот чувство какое-то тело, вот этих вот пропорций, как, что. Прикольно, мне нравится очень. Попробуй отпустить. Нифига, ты же мне не пришла. Нормально. Ну-ка, ребят, давай попробуйте. Попробуй пройтись без нее. Ты трясешь? Нет, это ты сама трясешь. Она думает, что ты ее трясешь. Самое главное это встать, попробовать без, получается, помощи, вот, попытаться. Нога почему-то получается? Нога дрожит вообще жестко. Вообще. Сможешь? Так, у нас новый левел, получается. Мы начали осваивать. Просто прыжок в бок у нас уже все освоили. Сейчас мы делаем прыжок отсюда на бок и на другой батут. То есть, получается, что ты делаешь боком это все немножко. Оп, ну, почти, Катюх, почти. Сильно ударил? Моя жопа. А, просто жопа. Ну, жопа это нормально. Ладно. Оп, ну, почти. Ну-ка, Паша, покажи мастер-класс. Давай. Это жестко. Просто сравните аудиторию общую на батуте, и Паша, 30-летний мужик, прыгает. На самом деле, неважно какой возраст, да, даже взрослыми мы остаемся все равно в душе маленькими, да, счастливыми детьми. Ребята, у нас новая машина. Да. Пашка на другой машине решил прокатиться. У тебя руль полегче, мне кажется, или нет? Это гольф. Это такой же, как у нас, только автомат. Да, если конечно, остановят, так... посмотрят. Ну, Павел, гольф. Ну, нормально. Павел, гольф. Сейчас мы поедем. Да, черный. Сейчас мы поедем покушаем, а потом мы поедем к маленьким зверюшкам.
Да, у нас сегодня детский сад день называется. Да. Итак, первый нас кто встречает? Декоративный. Свинья. Мини-пик. А, это же сейчас мода такая, мини-пик. С такими ходят еще вместо собачек на полотках. Вот такого же заведем внук собачку. Смотри, хвостик убегает. Хвостик прикольный. Гриша. Такая шерстка у него это. Свинюшка. Пузика погладь. Оп! Обманочка получи. Оп! Пепа. Пепа. Пепа хулигань наоборот. Это хорошо. Ты молодец. Настюху пугаешь. Это мои любимые. Мы еще с прошлого раза, когда ходили, я прям запомнил, полюбил их именно. Вот их. Смотри. Маленьких-маленьких, красивеньких. Он только вступил, эта мордочка. Ой, ты же сжался. Смотри, как сжимается. Ой, такой хороший. Прям такой клубок, смотри. Смотри, крыса с красными глазами. Это не крыса. Это водная мышка или как там? Морская свинка. Морская свинка, водная мышка, морская свинка. Оп, смотри, все на камеру работают. Оп, молодцы какие. Вот тебе маленькие. Мы залезли к сурикатам. Меня атакуют куча сурикатов. Смотрите, в карманы лезут. Вы что там в карманах? Что, пожрать ищете? А, смотри, они какие задроченные на пожрать. Они лезут сразу же во все дырки. Они ищут, где есть поесть. Ай, упал. Что, поесть ищешь? Нету. Маленькие. Такие хорошки. Все в карманах ищут. Ааа, это рот засунул. Ты им понравился? Да. Ты такой... Жесткий. Дерзкий. Дерзкий. Они такие прикольные вообще. Это же сурикаты. Сурикаты. Ты что-то с задницей мне делал. А я под футболку заснил. У меня прям штаны лезет. А, у меня прям штаны лезет. Чувак! Эти маленькие. Он еще не окрепший совсем. Ему сколько? 2 месяца. 2 месяца. Уже от мамки отделили. Эти ножки дрожат. Этот козлик, он очень хороший, но он сейчас здесь временно на сохранении просто. Маленький, двухмесячный. Он совсем скоро отсюда переедет, нормально жить будет. Где? Кролик. И чё, кролик? Кролик. Что это? Белка? Да. Там скорость такая, да. Перемешивание. Я не знаю, это он над нами, мне кажется, издевается. Он прям... Опять они ко мне пришли. Прям бьет нас. Сейчас прикинь, пацана такой. Нет, смотри. Там ребята, к белке пристают. Тут козел, который меня бодает, сидит. Окей? Сейчас Настя тебя тоже как боданет. Это птички, птенчики. Все. Чик-чирик, чик-чирик. Мы с красной ногой. Откалывают, да? Да.
Оп, по ногтям ей долго. Да-да-да. Сразу налетели. Ладно, я гелак. Ау, ты чё, бля? Видите? Снимай. Такой. Ты сфоткалась туда? Да. У меня просто, ты мне что-то... Что, давай, давай, кто? Один на один, давай. Ты и я, на. Что, давай, да. Твою камеру так атакует, выходи. Вот этого я запомнил. Слышишь, ты наглый самый. Ну, давай драться. Давай, я тебя сейчас съем. Давай. Вот он самый наглый. Что, давай. Не-не-не, ты мне камеру не испортишь. Кадёныш. Так, друзья, если кто-то хочет здесь побывать тоже, это Стражи Галактики. В общем, вы можете здесь побывать, сами прийти, пообщаться с животными. Иногда наши братья-животные очень даже милы в общении, да? Да. Ссылка будет в описании. Да, ну или... Вы и так видите, это космонавты 120/1, космонавт зоопарк Стражи Галактики. Вот так вот. Наська нашла качельку своей мечты. Вау! Кайф? Вообще! Это вообще... Кайф? Вот это качелька, скажи, да? Как кайфово! Сейчас будут эксперименты. Помните этот перчик? Настя его, я думаю, хорошо запомнила. Теперь Паша хочет попробовать. Ну что-то Паша пугает, но с виду, по-моему, обычный чили. Паш, берем поменьше. Я половину откушу. Он даже понюхал уже и понял, что что-то не так. Паш, не надо в рот его засовывать. Ты что засунул? Выплюнь! Главное, не глотай. Выплюнь. Давай, плюй. О! Пошла, да, родимая? Паша, плюй. Где мороженое, дайте. А, куда ты кладешь? Давай еще один. Он доходит. Руками только не трогай, которыми ты его держал. Ничего. Глаза особенно. Он так долго может держать. Не знаю, вот сейчас реально, вот сейчас еще острее, чем я когда попробовал. Еще 5 а минут потом, назад. Да. Он раскрывается потом. Со временем. О, блин, я вообще просто эту штуку потрогала через глаза. Блин, мне глаза вообще жгут. Нахрена ты трогала? Я просто вот эту упаковку даже внутрь не засовывала. Она все там стрекует. Мне вообще жестко, я же прям трогаю слизистые. Ты, Настя, как всегда шоу делаешь. Вот не было бы тебя, мне кажется, было бы не так интересно. Но ты сделала. Вообще. Влог дополнила. Видите? А мы ей говорили, не трогай лицо руками. Пришли под вечер в наше место, где я делал предложение. Оп, здесь хоть как-то вас и было видно. И сейчас, не знаю, получится у нас что-то интересное здесь или нет. Но, по крайней мере, мы бы хотели завершить на приятной ноте. Ребята, чтобы увидели хоть какую-то часть Перми симпатичную, да? Им уже, кстати, понравилось это место. Друзья, вот и заканчиваются эти выходные. Мы за эти выходные сыграли свадьбу с Настей. А, кстати, именно в этом месте, где мы сейчас находимся, у нас было предложение сделано. Помните вы? Это был ужас, конечно, но зато искренне. А сегодня мы уже попрощаемся с ребятами, завтра рано они уезжают, и мы хотим закончить красиво, так сказать.
поехали. Сейчас уберется!